Привет, друзья! Как вы видите, обстановочка у меня все та же. И я уже в квартире, уже, к сожалению, не на даче, но очень бы хотелось, конечно, ну, увы. И сегодня у нас, как вы, наверное, поняли, название Fix Price. И давайте поехали. Пакетик я вот такой вот набрала. Честно говоря, пошла исключительно за лепешками. Но в итоге оказалось, что еще набрала, в принципе, нужных вещей. Так что начнем мы с канцелярских товаров. Взяла вот такую вот тетрадку. В ней уже есть листы, она стоила 99 рублей. Расцветки там разные, мне понравилась именно вот эта. Она такая весенняя, какая-то летняя, такая романтическая. И там блок листов в клетку. И что самое примечательное, наконец-то появились блоки листов отдельно. Они, по-моему, 50 рублей стоят или 55 рублей. Но я подумала, что здесь уже есть, и я до этого покупала, поэтому мне, в принципе, этого хватит. Купила для ежедневника, потому что моя обложка какая-то странная. В общем, если интересно про ежедневник, пишите в комментариях, я про него расскажу вам что-нибудь. Вот, поэтому купила для ведения ежедневника вот такой блокнот. Мне очень понравился, не смогла устоять. Из канцелярского у нас появились новые скотчи. Их очень много я взяла, даже не знаю, как вам их сложить. Даже не знаю, в руках не умещается. Ну вот, я потом покажу поближе, вставлю кусочек видео. В общем, появились новые расцветки. Набрала, честно говоря, опять целую кучу, не смогла устоять. Все для ежедневника, чтобы было весело и красочно. Ну вот, друзья, смотрите, какие они все красивые. Я просто не могла себе отказать в том, чтобы приобрести новые скотчи от Fix Price. Смотрите, какие все красивенькие, пестренькие. Вот так вот, такое приобретение мое на сегодня в плане канцелярии. И это еще не все. Давайте покажу, что дальше у меня. Вот, и были еще очень интересные новые штампы, но я себя вот по рукам, не надо, это тебе не надо. И тоже всякие какие-то закладочки, текстовыделители какие-то замудренные других форм, других расцветок, там новые какие-то, новые ножницы появились. Раньше, если помните, были наборы там дырокол и ножницы фигурные. Сейчас появились наборы, где двое ножниц, они разные. Один там зигзагом, например, другой волной. То есть, если тебе дырокол не нужен, можно ножницы купить. Но я смотрела, в общем, нет. И это мне не нужно. Вот. Очень еле устояла. Еще взяла для раскрасок или тоже для ежедневника. У нас появились вот такие маркеры. Они с, как сказать, с эффектом металлик. Вот. Я выбрала, ну, примерно разного цвета. На самом деле здесь вот какой золотой повторяется. И зеленый, да, повторяется. А так, в принципе, они немножко разные. То есть серебряный, синий, фиолетовый и красный. Вот. Это что касается канцелярии. Дальше такие хозяйственные приобретения. Взяла вот такой валик. У меня был старый валик, который я покупала лет 10 назад в Fix Price, когда еще, помните, все было по 28 рублей. Вот тогда вот. Он у меня до сих пор существует, но вот эти вот новые ролики на него не садятся. Они большего диаметра. Поэтому купила новый. Ну, как вы понимаете, в доме кошка. И валик — это первая необходимость, когда идешь на улицу или куда-то в гости.
И взяла еще два сменных, потому что они расходятся очень быстро. Хочу съездить еще в Ашан, посмотреть, может быть, там валит, ну, вот эти сменные штуки подешевле. Все-таки как-то накладно это все. Так, из хозяйственного наконец-то у нас появилась накидка парикмахерская. Давно ее ищу, то есть ищу и хочу, и наконец-то она у меня есть. Искала ее в продаже, наверное, года 3-4. То есть она у нас впервые появилась. И я ее, несомненно, взяла, потому что использовать какие-то ткани, либо полиэтилен, либо, знаете, вот этот дождевик тоже из фикс-прайса, не очень удобно, потому что к этому всему волосы прилипают, когда стрижешься дома. А к этой штуке не прилипают. Вот, если интересно качество, я потом попробую, расскажу. Так, из хозяйственного, ну, не знаю, отнести к хозяйственному, короче, я такие носочки купила, у меня закончились, поэтому взяла. Именно вот эти вот советую, потому что они более, как сказать, упругие, более эластичные. При этом они, в них не жарко, они сами по себе холодного плетения. И надолго их хватает. То есть можно ходить, наверное, где-то месяц, и только потом появляются стрелки. Вот. В общем, ну, достаточно хорошее качество. Вот эти я всегда беру, когда кончаются. Так, значит, взяла себе краску. Моя любимая. Ну, после Oil это самая доступная. И она мне нравится по качеству. То есть здесь содержится в составе масло. И она очень хороший эффект дает. Красное дерево взяла на пробу. Таким раньше не красила. Если интересно, расскажу. И взяла две краски «Горький шоколад». Я уже такой красила. Мне очень понравился эффект. Такой темный каштан, насыщенный. Вот мой натуральный. Так, еще взяла вот такой вот гель для душа. Банан в карамели. Это я не себе, а в подарок. И крем-гель для рук и тела, банановый десерт, тоже в подарок, поэтому ничего сказать не могу. Но вот в плане густоты, то есть вот видно, что он такой довольно странный, он какой-то похожий, знаете, как, даже не знаю на что похожий, на жидкое мыло немножко. Ну, какой-то вот он такой непонятный. Пахнет обалденно просто. Даже немножко отдает банановой жвачкой. Но очень вкусно пахнет, не противный запах. А ей для душа вообще умопомрачительный запах. Еще такой банан и вот эта сладкая карамелька. Так, и, собственно, последнее приобретение. То, зачем я и пошла, это лепешки. На самом деле я хотела взять мои любимые маленькие, которые с льняными семечками, но их не было в продаже. И этих было всего две упаковки. Поэтому я взяла одну, ну так как они большие, в принципе, мне много не надо было. И взяла сырные, потому что томатные мне вообще не зашли. Не поняла я томатных. А сырные более-менее, они подрумяниваются хорошо на сковородке гриль или на обычной сковородке антипригарной. Использую для ПП-рулетиков. Если интересно, пишите, я покажу рецептик, как делают ПП-рулетики, если интересно. Вот, это все мои покупки в фикс-прайсе. Если было интересно, ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии, что, какие вопросы, что понравилось, что у вас есть в фикс-прайсах из этих товаров, от чего нету. И подписывайтесь, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!